То есть мы оказались в конструкции, когда у меня, условно говоря, ядерный реактор, в котором производится сколько-то там мега-мега-мега-мегаватт, а потребляется из этих мегаватт чуть-чуть. И дальше вот это просто огромная такая цепная реакция, которая, по сути дела, взрывает этот реактор. Психическая энергия у нас находится, побуждается клетками ретикулярной формации, которые находятся в стволе мозга. Вот. И дальше как бы оттуда она поступает в подкорковые структуры, в которых находятся так называемые ядра, это скопление нервных клеток, которые отвечают за тот или иной функционал. Ну, за безопасность отвечают какой функционал? Страх, да, агрессия. Вот это наша безопасность. И вот даже если нет угроз и нет рисков, психическая энергия выходит и ударяет по этим ядрам. И дальше мы должны искать то, что будет нас пугать, и искать то, что будет нас побуждать в нас, как бы сказать, агрессию там, и так далее.